Итак, друзья мои, всем большой-большой привет! Рада вас всех видеть на своем канале Вязание с Татьяной. Сегодня у нас с вами очередная распаковка пряжи, которую приобретаем в рамках совместной покупки. Всю информацию о том, как присоединиться, вы можете найти под этим видео, если перейдете по ссылке в группу ВКонтакте «Вязание с Татьяной». Для новых участниц есть видеоинструкция, также находится под этим видео. Сегодня мы будем с вами смотреть пряжу со склада Швейторг. Очень долго она к нам ехала. Ну, от них я всегда получаю очень долго. Ну и, наконец-то, она доехала, и я уже тороплюсь ее отснять и, в общем-то, чтобы вам все это отправить. Вся пряжа идет под заказ. Первое то, что я достала, это от Мадам Трикоте Фаворит Твит. 95% акрил, 5% вискозы. 5 моточков, цвет 100В, 100 грамм, 210 метров. Вот такой вот твит. Дальше тоже фаворит твит, тоже в коричневом цвете. Это у нас цвет номер 083А. Дальше твит черный. Цвет номер 999S. Там, по-моему, два вида черного твида. Сейчас посмотрим. Да, вот такой 999D. То есть S это с разноцветными вкраплениями, а D это с белыми вкраплениями. Это также от Мадам Трикоте. Фаворит твид. Неоднократно я уже привожу эту пряжу. Девчонки ее заказывают. Дальше. Мадам Трикоте, Мадам Катон. Мадам Катон, 5 моточков, 500 грамм. Открыть не могу. Упаковка запаянная. Цвет номер 038, 100 грамм, 280 метров. 49% хлопок, 51% акрила. Такой красивый цвет, прям солнечный. Дальше. Одна упаковочка в таком цвете от Ернар, пряжа Эверест. Большие моточки. Ее можно открыть, посмотреть. Вот такие вот огромные-огромные мотки. Ернар Эверест. Три моточка в одной упаковке. Это моток 200 грамм, 320 метров. 70% акрил, 30% шерсти. Цвет 70-35, если не ошибаюсь. Ну, если правильно пропечатано. Вот такая упаковка. То есть в одной упаковке получается 600 грамм. Так, одна упаковочка такая. Одна упаковочка вот в таком цвете. Также Эверест. Все оттенки сиреневого, 70-23 номер цвета. Так, есть еще одна упаковочка Эвереста в красном тоне. Красный тон. Покажу поближе цвет, потому что через пакет выглядит по-другому, естественно. Вот он. Это цвет номер 70-36. Вот такая расцветочка. Дальше. Одна упаковочка Ализе Белла Амбре Батик. Красивый сиреневый цвет. Два моточка. Цвет номер 7406. 250 грамм, 90 метров. Состав 100% хлопок это. Ну, это давно пряжа на рынке, я думаю, многие ее знают. Дальше. Упаковочка Кристины от Швейторг. Только такую пряжу мы можем только там брать. 10 моточков в одной упаковке. Ну, она для меня твидовая. Да, вот как бы твид. Вот.
крапушки такие, вкрапления, видите. 50 грамм моточек, цвет 077-777. Метраж 50 грамм 150 метров. Состав бомбический. 50% мериносовая шерсть, 25% шелка, 25% полиамид. Приятная на тактильность, ее приятно держать в руках. Ну и, наверное, приятно с ней работать и носить изделия из такой пряжи. Вот такая вот ниточка. Одна упаковочка. Дальше. Пряжа Швейторг Милания. Так, эту я сейчас заклеить мне надо. Потому что липкие края у них такие, не очень. Швейторг Милания. Также 10 моточков в одной упаковке. Вот такого цвета. Цвет 60-104. 50 грамм 120 метров. Состав 100% шерсть. Все расцветки. Богатая палитра. Достаточно на пряжу Швейторг. Что Кристина, что Милания. Ну, вообще любая пряжа Швейторг. Есть на сайте. Все это можно там посмотреть и выбрать. Но это уже на следующий год. Следующая закупка швейторговская. На следующий год, в этом году просто не успеем. Дальше. Одна упаковочка Швейторг Baby Wool. Цвет 0,99. Джинс. Открывать не буду. Здесь очень сложно это сделать. Вот такого цвета джинсового. Woolen Cotton. Девочки, я даже не могу посмотреть. Так, 50 грамм 230 метров, 50 шерсти, 25 хлопок и 25 акрил. Вот такая одна упаковочка. Одна упаковочка вот в таком голубеньком цвете. Ну, голубой-синий. Это если джинс, это синий. Темно-голубой, наверное. Это цвет номер... Номер, какой цвет? 0,90. Вот две упаковки получается. Одна упаковочка от Швейторг Аврора. Аврора. А ее я не смогу открыть. Раньше она открывалась вот в таком цвете. Вот такой вот цвет. Цвет 0,13. 50 грамм 115 метров. Состав 50% шерсть, 50% хлопок. То есть это шерсть с хлопком. Одна упаковка. Одна упаковочка Швейторг София. Давайте откроем. Красивый цвет баклажан, наверное. Ну, в общем, такой фиолетовый. И как будто он, знаете, с легким блеском. Вот камера вам передает вот эти переливы блеска. Вот и я также на нее смотрю. Она у меня также блестит. Очень мягкая пряжа. 87006 номер цвета. 50 грамм 120 метров. Состав. 55 полиамид, 30 вискоза, 10 кидмахер и 5 бэби альпака. Вот она. Такая вот ниточка, достаточно тоненькая. Такая. Ну, прям вот смотришь на нее, она прям блестит-блестит. Прям красивая. Одна упаковочка. Так, дальше. Одна упаковочка Alize Forever. Alize Baby Flower, простите. Уже все, неправильно выговариваю. Так, 94 акрил, 6% полиамид.
Цветочки на пряже могут быть распределены на изнаночную или лицевую часть по вашему усмотрению. Цвет номер 5412, 100 грамм, 210 метров. Дальше будем шуршать. Дальше у нас ангора батик. Вот это вот супер пряжа. Мне очень она понравилась. Мадам Трикоте ангора батик. Вот я из двух моточков связала шаль. Уже отдала вчера. Шикарная пряжа. Мне очень понравилась. Но мне показалось, знаете, вот из двух моточков она... Я бы сделала бы из трех, чтобы она была еще более такая. Так получается она как большой бактус. А вот чтобы шаль она была, на самом деле, лучше брать три мотка. Но пряжа шикарная. Очень приятно мне было вязать ей. Значит, 10% акрил, 10 мохер и 10 шерсти. 100 грамм, 550 метров. 862 цвет. И вторая упаковочка пряжи. То же самое. Мадам Ангора Батик, мадам Трикоте. Это вот я взяла на наличие. Но, наверное, ее не будет, когда ролик выйдет. Цвет 860. Вот такой вот красивый сиреневый цвет. Далее. 5 моточков. Нака Ангорелла. Ангорелла. Ангорелла 5 мотков, это новиночка, получается от Нака, это только вот на Швейторге. Цвет 87573, 100 грамм 400 метров, 100% премиум акрил. Вот такая. Так, девочки, здесь всякие штучки. Всякие у нас штучки. Посмотрим. Так, два набора ниточек. Потому что на Швейторге есть не только пряжа, есть всякие аксессуары для нашего вязания. Правильно? Правильно. Вот наборы ниточек. Два. Дальше, что здесь? Два набора иголочек. Я один себе брала. Вот такие иголочки для шитья. Мне кажется, они всегда нужны. Ну, пригождаются бросить в швейную шкатулку туда. И два набора. Это, девочки, магнитные игольницы. Вот, думаю. Одну себе взяла. Вот. Вот такая она. Они обе желтенькие. Да, они обе желтенькие. Ну и прекрасно. В общем-то, для иголочек вот так раз и все, чтобы не потерялись. Стоит тоже как-то очень достаточно доступно. 150 рублей, по-моему, игольница такая. Это магнитная подушка. Дальше. Спицы. Кубики 40 сантиметров, 3,75. 120 сантиметров, 2,5. 40 сантиметров 3,25. Новый металл 50 сантиметров 3,75. Кубики деревянные 120 номер 3. И вот набор спиц китайских в таком вот пенале. Открывать не буду, я его уже показывала. Там обычные спицы на обычной леске, разные размерчики. Такой наборчик. Да, мне кажется, чего-то не хватает. Так, девочки, Ригелин. Заказали у меня девчонки Ригелин. Зонтика. Зонтика нет. Угу. Так, дальше. Упаковочка Ализе Baby Flower в мятном цвете. Мы с вами посмотрели уже одну упаковку. 5384 номер цвета. И одна упаковочка Ализе Cotton Gold. 100 грамм 330 метров. Это полухлопок, цвет 522.
Все, на этом вся моя распаковка. Пойду разбирать. Надолго не прощаюсь. Всем говорю пока и до новых встреч.